Китай прилагает серьезные усилия для укрепления мира и оказания медицинской помощи нуждающимся регионам. Более 2200 китайских миротворцев задействованы в миротворческих миссиях и операциях ООН по поддержанию мира. По этому показателю Китай является лидером среди всех постоянных членов Совета безопасности ООН. Кроме того, Китай оплачивает около 15% бюджета миротворческих операций ООН и по этому показателю занимает второе место. Другим важным направлением является оказание медицинской помощи другим странам. Свою первую медицинскую бригаду Китай отправил в Алжир в 1963 году. С тех пор около 30 тысяч китайских медработников помогали бороться с болезнями пациентам в 76 странах и регионах на 5 континентах. С начала пандемии Китай направил 37 групп экспертов в 34 страны и предоставил более 2 миллиардов вакцин от коронавируса более чем 120 странам и международным организациям, а также предоставил противоэпидемические материалы 153 странам и 15 международным организациям.